Какая хорошая мысль. А где эти письма? Кто знает? Одно я повесила туда на стенку. Проверим? Склеиваются ли они? Может быть, да, действительно? Может, проверим, Валя? А второе? А что мы узнали? Что мы прочитали случайно? Мы не хотели, да, в дневник залезать. Но раз уж оно тут оказалось в комнате, что мы из него узнали? Все. Всю правду, да, узнали из него. Мы узнали, что за нами. За нами наблюдают. Все наблюдают. Еще наблюдают. Ты причем не только дома, но где еще за нами? На улице. На улице, а еще? Голик, кухня. В кухне, а еще где? Еще в столовке! А что они, помните, они писали, что ой-ой-ой-ой, с моря нашего уносят все... Сапурики! Сапурики, да, ты вспомнил это слово. И вегорики! Точно! Вегорики и сапурики! Вегорики и сапурики, вносим мы с моря, то есть они даже когда мы на море, они нас видят, да? Мы с моря вносим храм. А потом мы с вами придумали сделать... Я здесь даже... Что? Что мы потом сделали? Мы здесь есть и сети посылки. Это либо сапурики, либо вегольки. Да, либо одно, либо другое, да, Миш? Потом они испугались, что мы лопнем, потому что мы очень много едим. Но они даже считают, сколько раз мы с вами едим. Уже четыре. По четыре раза. А взрослые еще будут пять. Ой, молчим про это, Поля, про это молчим. А вот это я сейчас взрослые. Взрослые как-то не интересуют. А будут пять. А потом мы с вами, помните... Сделали так, что нам теперь кажется, что в наши окна кто-то заглядывает. Какие-то неведомые существа. Да? Кто-то веселый, кто-то добрый, кто-то улыбается. Даже один одному улыбается. Кто-то есть такой, наверное, нас охраняет, такой оскалившись, что никого к нам не пустит. Да? А скажите, кто видел сегодня наш домик издалека? Кто-нибудь отходил, смотрел, как издалека смотрятся эти... Наши существа в окнах. Вы не видели? Посмотрите завтра обязательно. Если чуть-чуть отойти. Особенно Машин около переднего входа. Да, там видно прямо издалека. Как будто из окон кто-то выглядывает. Проверьте завтра обязательно. Посмотрите на дом, на окна, когда выйдете завтра. На каком доме? На нашем, где мы живем. А это же мы сами нарисовали. Да, вот ты отойди чуть-чуть завтра и посмотри, как это выглядит со стороны. Те, которые за нами наблюдают, они испугаются. Они испугаются, сами испугаются. И они подумают, что это мы превратились в этих существ, и на них теперь уже смотрим. Проверим, что они завтра напишут про нас. А еще на подоконнике лежит какое-то странное существо. Точно, кто видел? На подоконнике сегодня лежало очень странное существо. Сушеная рыба? Ну... Это не рыба. Это какой-то сушеный монстр. Кто видел его? Я нет. Это мы с Лешей принесли. Это мы с Диану принесли. И да. Что вы думаете, кто это такой? Может, это рыба, мы не знаем, но это мы ее с Диану. Да, Я рыбу купила. Какая. Что мы делали с вами вечером? Мы делали концерт. Мы делали концерт, а для того, чтобы у нас я получился театр, что мы... Да, конечно, нам, мы с вами сделали кукол. Они опять будут говорить, что мы там, кашляли там всякое, опять будут писать, скорее всего. Я думаю, со стороны это очень интересно смотрелось, да, когда мы просто наматывали что-то на проволоку, гнули, выгибали по-всякому, да, по-разному. А потом вечером мы посмотрели с вами четыре совершенно разных интересных спектакля. Слишком много воска. Давай, я тебе переверну. Так и сразу легче становится. Ага. Легче, это говорится легче. Сейчас подожди, как она разгодится. Посмотрим, что будет завтра, да, когда мы проснемся. А как интересно, у нас появились вот эти замочные скважины и ключи по всему дому. Один ключ я нашла прямо на мне. А, как еще утром у нас началось привидение. Ребята, боже мой, мы забыли про него. Привидение? Да, ну висело у нас. Висело. Ну, да, это же тряпка покрашена. Да. Но мы его не вешали. Откуда-то оно здесь взялось. А никто петухов не замечал на инструкции? Я замечала! Да, еще крысы утащили мешок с обувью, и ребята его нашли и вернули. Чем? С обувью. А, крысы говорят, что унесли мешок с обувью.
Его нашли. Да. Ой, точно, помнишь? Да, да, да. Ого, какой длинный день был. Это утром было. Это только было утром, а потом мы делали проволочных человечков. И вы теперь увидели, что вы можете сделать все, что угодно, какую угодно игрушку. Проволока еще есть, малярный скотч это есть, и это у вас есть все дома. Представляете, что вы можете сделать дома? А вечером у нас был такой красивый театр. Ой, мне так хотелось, чтобы это не заканчивалось, потому что один спектакль, второй, третий, четвертый, такие они были красивые и интересные. Вам понравилось? Да. Очень хороший спектакль. Нет, мне понравилось. Они все разные были. Это вот называется фестиваль театров. Что же будет завтра? Так интересно, правда? Вот ложиться спать и ждать, вдруг появится письмо, а вдруг появится что-то еще, и что же будет? К нам вчера вечером постучался мальчик, быстро бежал, положил какую-то штуку. Штуку положил, интересно. Слушайте, а как интересно? Всех мальчиков я уже мне все этими. Почему-то в письме было про какого-то хозяина, про какие-то щупальца. Вы поняли что-нибудь? Это как осьминог. Это похоже осьминог из моря вылезает. О, боже мой. И перебирает. Как хорошо, что мы живем далеко от моря, а то б я боялась спать. От океана. От океана, конечно. Давайте споем. А есть у нас гитара еще в лагере, кроме... Есть, да, есть. А здесь? Может сейчас будет. А есть тот, кто играет на гитаре? Она на укулеле играет. А ты скрипку понеси, скрипку? Это мы концерт, когда устроим, мы будем на концерте слушать скрипку и все. А сейчас песни можно попеть с гитарой капельку? У тебя 4 дня после приезда будет конкурс. Ну, хорошо.